Всем привет! Представляем вашему вниманию 10 крутых лайфхаков. Запомните их и при случае используйте. Итак, поехали! Все мы, хоть и не часто, употребляем пищу быстрого приготовления. Дайте вторую жизнь упаковке от доширака. Ее можно использовать как контейнер для приготовленного заранее дома салата. Когда вы входите в общественный транспорт, обязательно подключите ваши наушники к телефону. Этот способ предохранит вас и ваш телефон от щипача в общественном транспорте. Когда вы снимаете лейкопластырь с раны, чаще всего вы испытываете болезненные ощущения. Чтобы этого не было, пропитайте лейкопластырь спиртом. Спирт разъест клей, и вы легко и без боли снимете лейкопластырь. С помощью Кока-Колы вы можете неординарно признаться в любви. Напишите черным маркером приятные слова вашей девушке на пластиковой бутылке. После того, как она опустошит бутылку, ваше импровизированное письмо будет прочтено. Чтобы очистить подошву, используйте средство для снятия лака. Хорошенько протрите средством места загрязнения и смойте водой. Эта процедура вернет блеск и новизну вашей обуви. Следующий лайфхак для тех, кто любит рисовать. Чтобы было удобно рисовать и чтобы рисунки получались более четкими, заверните фольгой карандаш, как показано на видео. И наслаждайтесь своим любимым хобби. Чтобы ваши серебряные изделия блестели как новые, используйте зубную пасту. Нанесите на ваше изделие зубную пасту и оставьте на несколько минут. Затем промойте водой. Серебро заблестит как новое. Вас тоже бесят наушники, которые постоянно запутываются? Я нашел очень простой способ избавиться от этого. Примените пустые футляры от Kinder Surprise как контейнер для наушников. Из канцелярских клипсов можно сделать удобную подставку для вашего смартфона. С помощью плоскогубцев прогните один из держателей, как показано на видео. Удобная подставка для смартфона готова. Не выбрасывайте банки от Кока-Колы. Из них вы сможете смастерить очень удобную солонку. Разрежьте банку пополам. Ее мы используем как емкость для специй. А вторую разрежьте так, как показано на видео. Ее мы используем как крышку. Осталось только проделать дырочки в крышке, и солонка домашнего производства готова. На этом все. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и пока!